Добрый день. Неделю назад приобрел вот этот замечательный аппарат, мотовездеход, челябинский производитель, Dragster Pro с двигателем 6,5 литров Lifan. Целенаправленно искал именно данный вид аппарата. Почему? Во-первых, внешний вид его достойно напоминает и похож на настоящий мотовездеход, в отличие от других производителей. Второе. Высокая ремонтопригодность. Все запчасти практически можно найти в интернете или в магазинах запчастей. Отремонтировать можно самому спокойно, вплоть до там, заменить агрегат двигателя, вышедший из строя. Плюс к этому производитель дает гарантию 2 года на данный аппарат. В ездовых качествах тоже замечательно. Хотелось бы отметить положительный момент, что возможна регулировка жесткости амортизаторов не только по высоте, ну, по жесткости, но а также по углам, то есть можно настроить, адаптировать подвеску под себя. Установлена фара, передвигаться в ночное время. Здесь комплектация, ну, почти полная, 22 дюймовые колеса, два багажника. Очень доволен данным аппаратом. Надеюсь на сотрудничество с данной фирмой. Очень их продукция мне нравится. Ну, лично от себя вот добавил, поставил еще счетчик моточасов, чтобы гарантированно обслуживать двигатель в нужные промежутки в регламентные. А так, заводится он, как вы знаете, очень легко. Сейчас продемонстрирую. Забыл нажать.